высоко, не лег мяч на ногу. Перешоршему из КПРФ. И вот такое начало на первой минуте. Навес, когда Густаво поймал мяч после атаки Прудникова. Чистополов, опасно! Гол! Опасно! Николай Плахов забивает Находить еще точку опускания мяча. И еще одна попытка Николая Плахова. И на сей раз она становится результативной. На следующем матче. Теперь разыгрывает пятого полевого новой генерации.